Нахожусь я между Хайфой и Нешером. И иду я вот с того района, который находится на том стороне вот этого ущелья, где эти белые домики, 4-5-этажные. Поднялся наверх вот к тем высотным домам, сделал вот такой, описал круг и вышел сюда, потому что через это ущелье пройти невозможно, потому что маршрута здесь нету. К радостью ли, к несчастью ли, но маршрута здесь нету. Хотя было бы неплохо здесь какой-то сделать бы такой небольшой бы тропиночку прорубить и заодно почистить то, что там внизу, потому что внизу, я думаю, там довольно грязно из того, что я могу видеть. Вот, а пришлось, значит, получается, обойти это все, подняться вот до тех домов по разным улицам и тропам, в населенных районах. И да, иду я к Нешерским висящим мостам, которые находятся в самом Нешере, на окраине Нешера. Вот так вот. Очень красиво. Я здесь последний раз был когда? Я был где-то в середине февраля, по-моему, здесь. И вот сейчас повторяю. Вот. Ну, как вариант субботней прогулки, чтобы дома не сидеть, вот. Вполне так неплохо. Получается где-то километра 4,5. По карте даже больше, там получается 5,1 километра в каждую сторону по окружному такому маршруту. Вот, сейчас спущусь вниз и дойду до Мостова, а там есть маленькие маршруты, я думаю.